Ну что, наступил день второй. Напомню, что задача приобрести рельефный живот за 2 недели. Это очень сложно. Да, еще хочется постоянно кушать и всякие вкусняшки, которые готовит жена. Как устоять невозможно. Можно только заставить жену не готовить свои вкусняшки, что я и сделал. Так. Вчера я обещал рассказать о чудодейственном средстве, с помощью которого я собираюсь достичь результата. Собственно, здесь нет никакого секрета. Разберемся на самом высоком уровне. Здесь нет никакого секрета. Это питание, это зарядочка, а что еще? Ну и собственно все. Так, зарядка. 20 минут по утрам. Зарядка до принятия пищи, чтобы организм мог в эти 20 минут перерабатывать свою собственную ткань, а именно жиры, липиды. Побежали дальше. Также включаю в свои тренировки аэробную нагрузку, чем я сейчас и, собственно, занимаюсь. Со вчерашнего дня действует такое правило. Твердую пищу необходимо пить, а жидкую пищу необходимо жевать. Вот. Еще раз повторите эту фразу. Я надеюсь, вы поняли смысл этой фразы. Да-да, никаких 20 пережевываний. Их должно быть гораздо больше. Гораздо больше. Любая твердая пища должна стать жидкой, прежде чем она отправится в желудок. Так как слюна содержит различные ферменты. Ну, вы знаете, я не буду объяснять вам все. Вот. Но минус один то, что любой прием пищи затягивается чуть ли не в 3 раза. Он становится длиннее. Ну ладно. День второй подходит к завершению. Вот. Тяжело, конечно, без большого количества вкусняшек. Но ничего, справимся. Будет все. Ой-ой-ой, окей, будет все. Зашибись. Еще что-то хотел сказать. Точно. Вы задумывались когда-нибудь над тем, что когда вы кушаете и наслаждаетесь пищей, даже не думая о том, насытили вы свой организм или нет? А для того, чтобы насытить организм, необходимо очень мало. А чаще всего мы подсаживаемся на еду и просто тупо получаем удовольствие. Из-за этого возникает различные переедания, болезни, связанные с пищеварением. Я тоже подумал над этим и думаю пересмотреть все-таки это отношение к еде. Ну, посмотрим, что получится. С вами был Сергей Родной. Сейчас вы еще, наверное, увидите, как я занимаюсь по утрам. Спасибо еще раз оператору. Моя жена, просто быть, не жаловать всех этих.
интеллигентному оператору. Спасибо тебе. Пожалуйста, мой.